Они мягкие, причем. Что Роза, Роза, ты не сказал? Мокро, про президента. А я же пила. Не допалила? Закрыто. Здесь вот как бы, где больше пространства, он почему-то смог это
А у него сил не хватает, он там пару шагов и все. Может, мне такую методу? Мертвец, две клевые передачи еще. Две клевые передачи оставим. Я ему уже дал, забивай не хочу. А, мы дальше должен Марс выйти, да? Ребят, посерьезнее, не расслабляйтесь. Один, Миша. Большой. Нет, нет. Миша, выдвигайся! Ай, нет. Там даже не могу. Спокойно, спокойно, по позиции. Жень, вот с этим игроком, черным трико, плотнее с ним играешь, ты его отпускаешь, и мяч занимаешь, потом не заворачиваешь лапы! Вот он и, вот идет ему мяч, ты сразу выберешь, сам давай ему разворачиваться. Вот Женя, почему ты отходишь от него плотнее? Не фали, куда ты, Слава? Слава, ты защитник! Ой, хорошо, да. Стоять!
будет делать. Понятно. Нападающий тоже пониже, пожалуйста, не надо там отдыхать. Лёха, аккуратно. Вадим, старайся низом, да, все. Там варианты открытые, но никто центр не закрывает. Там и Андрюха, и Фёдор. Просто низом, не надо подбивать вверх. И все правильно, Слава, сади. Его встретит полузащита. Ой-ой-ой! О! Ближе, Лёха! Чего центр перейти не можете? Устали, что ли? Меняй, ну как-то бодренько там. Играй еще. Ну как, 11 минут прошло. Иди, Миша, вперед! Мешай. Ты готов играть? Да. Наверное? Я не знаю, как. Что это? Нет? Иди, Вадик, иди! Может, попробуй? Ну, давай мистер Сэр. Нет, надо быстрее, поворачивай. Это не разыгрывай, не мёд. Двигай, подрать, Слава, с Да, это не 40.
Отбор, ребят, отбор! Ну... Здорово! Вот, а, пошел! Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько.
Слышь, Роуз, хочешь рогачу? На смелку поедем. Сюда поедем, там нормально смелка. Я без понятия. Не-не-не, здорово! Пойдем! А там не играй. Спокойно, спокойно! Михаил! Повнимательней, в офсайд залез, ну глупо вообще, пешком туда зашел. Нет, я понимаю. Отбор! Что это за удар? И что это? Ним, двигайтесь, а! Все шагом-то! Хорош, Слава, здорово! Который упал, Андрей? А вот, ребят, вы не расслабляйтесь, да, а то доиграетесь! Так, Андрей, ой-ой-ой, хорошо? Ребят, а что вы расслабились-то, ребят? Ну что, вы 5-0 выигрываете, что ли? Где Андрей? Катай пазли. Где Андрей? Нашел, чем вытянуть. Остальные все сорта. Здорово, Вадик, умница! Ребят, потащи, спас! Нет! Слышь? А это же его защитник играет? Приколился на них? Потом обвинить во всем. Второй блок. Он не успел, согласен. Он даже не пытался, по-моему, играть. Тут травм! Смотри, Горяна мяч отобрали, да, смотри? Это не моя соответственность. Кому ты? Голову подними! Спокойно, Слава, спокойно. Уводи! Слушай, пошла открытая игра. Давай, Дима, да дай ты мяч. Дима, давай. Который рядом с белым стоит. Отбор, что вы отворачиваете? Забейте, ёбаный. Никого на это смотреть. Чёрт, не забивает голову вообще.
Слушай, он не в шашке? Никого не хочу, Андрей. У вас мало получается, они расслабляются. Я это не надо. Ты сразу не любил. Кто-то сопоялся. Танцы они прям показывают. Вот такой стали. Я не пойму, вот чем он прикол. Ребят, мяч был в поле, а вы все остановились и смотрите по сторонам. Давайте проснитесь, а то я буду замену иду. Ребят, зацепитесь за мяч, у нас две передачи потери. Один, Вань! Посадочек, еще один! Дай, Миша, ну дай! Миш, вон туда, в центр, дай сюда! Ну! Вторую не сжигай, Макс еще не вышел. Ну, руки, которые... А я залезла. Слышь, Брус, я думал, что Игорян уже дался, может, дали бы. Смотри. Да, это...
Вот он. Иди, Жень.
522. Макс скинулся. Только флешку достанешь? А? Флешку достань тут. Тебе дать? Да не. Ну положи, чтобы я забыл. Зарили? Ребят, все хорошо, только вы не бьете по воротам. Нормально, нормально. Лучше так, чем там вот этот возня, который они устроили. Хороший, нет, здорово, молодец. А что было-то такого?
Лёха, чё ты не пошёл? Опасно, парни! Мои, порядь с ключом, вставай! Опять возня начинается! Зачем обыгрывать, да отдай сразу! Мои, опять! Без фола, без фола, аккуратно играем! Отдай, бэ! Я сейчас буду подключиться. Марат, можешь на наших тоже поорать, а? Мне здоровья не хватит. Хватит. Хочу на всех кричать. Я сегодня еще одна тренировка. Мечей не оплатим, Марат. И все так просят? Спрос на меня имеется. Отбор, отбор, свои защиты! Умница, и в передачку! Ну, не дадут такой пенальти, доигрывайте! Можно замену, давай, судья! Он ушел! Макс, замена. Вадим Федотов уходит, уходит Максим Торгашов, 28. Чаляш? Не, Шпакова. Чё, нет? Ходить находится. Шатается. Просто опустили его. Торопился, надо было дать набрать ему скорость. Вот, хорош, Саша. Ребята, в нападении, вы чем занимаетесь? Курят. Саня лучший вообще. Да ребята, вы чё? Да раз подсказан, они врезали. Вот он, Саймон. Вот она. Ладно, Баракович, набирай! Набирай! Пошел! Надо было прокинуть и бежать, ты быстрее всех! Хорош, дай! Блин! Шикарно! Ну дай же! Ну правша не может! Правша! Ася, можно замену? Вадим!
Рыбаков, опустись в полузащиту. Вот я тебе даю шанс сделать пас голевой. Кому ты продаешь? Лёха, мне кажется, лучше низом. Макс, ты сингуй, ты же свежий вышел. Рабкович, двигайся, как играть с собой? Торгашова ищи! Что ты делаешь, не прикрываешь из вас? Вышло просто, чтобы заменить его. Что до сих пор играет? Слово матч с Женкой, который мы решили на 3. Ребята, ну вы даете, а? Лево, надо это сразу. Вот, сели! Где? Да, Андрюша, забейтесь. Дима! Там есть кому? Сами виноваты, ребят! Надо было забивать голы, а не дурака валять! А вы пропускаете контратаки такие! Дима, точно! Кира, тащи! Если он согласен, то да. Вы 1-0 проигрываете, Саруте! Арс, разминайся. Нет, ты кого? Налево? Ты же хотел. Хорошо. А я скромный, я еще теплый. Я уже теплый. Еще теплый тогда. Лев, хороший пас. Просто, может быть, я согласен с Федором поторопился, что ли? Пас хороший, исполнился хорошо, все. Вопрос на этом закрыт. Жесткий игрок. Горит, поехали, Братишка.
Леной. Иначе не прикалывался. Арс, давай, следующую остановку. А куда я мелкий-то побежал? С этим замком. Или это ему было? Нападение! Вас отрезали одним пасом! Будете двигаться, лечай! Мы просто охранители танцы. Валера. Это что? Снимал на видео? Двигательный танец. Я просто заметил, когда прошлый матч смотрел дома. Там сам начал. Не знаю, попало просто в кадр или нет. Жизнь еще! Стой, Валера! Может, это можно немножко ускорить, по музыку какой-то. И просто перед прошлым матчем это парень еще у него был. Он прикольно исполняет. Кепчик еще пробить. Ворота! Нет, нормально. Так что, вообще все закончилось? Да нет, нормально. Не чувствую, что стабильно справа. А левая, блядь, сейчас шатается? Да, да. Сейчас лево вправо, хуя хуй, блядь. Вкусно, да. Зимой уже сделаю, я вообще хочу, блядь. А? Да неделя прошла так еще. Ничего, а сам чувствуешь. Болит? Давай, слушай, да, иногда бывает что-то просто. Ну, это еще... Ну, ты понимаешь это? Ну, там все так. А там продолжается. Ты работал в помещении? А, не, я жду, мы работаем, да, и занимаюсь. А? Я жду, и занимаюсь, да. Че, че? А? Две! Что вы делаете, ребят? Ну я, да, да, железобетон. Макс, к мячу надо двигаться. Бобровки, откройте кто-нибудь, не надо назад в оборону играть ауты. Слышь, Арс, ты будешь играть или нет? Да. А чё? Айся! Что?
Не, я просто как бы, знаешь, мне когда скажешь, что я перевод, я не расстроился. Ты справишься? Андрей, помолчи, пожалуйста, Андрей! Есть информация? Нет, правильно. Умница! Спокойно, спокойно! Дальше, дальше, дальше! Ты гони, сын! Нет, какой офсайд! Какой офсайд! Ладно, дальше, можно замену? Андрей! Андрей, замена. Вадим Федотов выходит вместо Андрея Бугуйки. Это обратное, да? Да, обратное, да. Должны почему-нибудь? Ой, да ну сборная никакой. Сохрани, сохрани! Не, я вчера прогазмировал пускание италии. Вчера итальянцы Как так? Ты мне говорил, что он вообще охренел. Я тебе сказал, что он в конце. В принципе, как раз те же минуты. Небо 10 осталось. А? Небо 10? Да не, побольше. Как такое можно? Как такое можно? Ебать, там мы спим, блин, камеры по машине.
за смену 15 машин по максимуму вытащили. Все в шоке даже, блядь. Наш священник сейчас тоже не понимает. Вас, у нас есть еще замена? Да, конечно. Можно тогда сделать замену сейчас? Денис Барабаш уходит, уходит Михаил иногда. Да как скажешь. А еще есть Саша? Да, да. А тогда еще Щербаков Алексей уйдет, войдет Савельев Вячеслав. Забейте, блядь. Давай сюда, можно замены произвести. Денис Барабаш, Алексей Щербаков. Макс, есть еще за ней? Да. Одна? Да. Не, Марат, делай две. Нет, спасибо. Мы пишем уже счет. Иди! Шире! Шире, Макс! Куда нас пошли? За то, что ты нам забил столько мечети, еще сигареты дать? Я даже слышал, что парни, ну, которые на работе, они, конечно, все жалуются, что вот, пиздец, все их стащили, там же начальство, но у них... Помогай, помогай, помогай! Ну, вообще, там, начали смены, и кто-то там еще там... Такие охранники на проходной охренели, блин. Вообще не отбивается.
Вась, надо двигаться в бок! В бок надо двигаться! Что ты стоишь, а в сайт попадешь-то? Чтобы вам забили!
динамик, а? Я динамик тоже принесу. Вот, нет. Давайте надо. Ты громко все спущи. Так, да. Едет, дай еще раз. Марк, пошел уже, пошел, беги. Беги, не останавливайся. Отбор! Отбор! Да! Наконец, Кима, спокойно! Поехал! Да, вы проиграли второй тайм 0-1. Не пытаетесь раздевалку вообще?